Здравствуйте! Сегодня у нас будет кабан Пумба из мультика «Король лев». 250 метров в 100 граммах, полушерсть, крючок номер 2. У меня красная, можно использовать бордовую, ну такую потемнее красную, может быть темно-красную. Итак, начнем сзади, снизу. Петля амигуруми, и в нее 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали, затянули, проложили маркер. Дальше продолжаем. По 2 столбика из каждой петли предыдущего ряда. Получим в следующем ряду 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Следующий ряд. 18 столбиков вяжем. 1, 2. 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли. 1, 2. Опять 1 столбик из одной петли и 2 столбика из второй петли. 1, 2. И так до конца ряда вяжем, получим 18 столбиков. Провязали. Следующий ряд провяжем один ряд. 18 столбиков по одному из каждой петли. И следующий ряд вяжем 24 столбика. Для этого один и второй, 2 столбика по одному из каждой петли, дальше 2 столбика из одной петли, снова 1, 2 по одному из каждой петли, дальше 2 столбика из одной петли, и так до конца ряда. 24 столбика получили в этом ряду, и вяжем еще 4 ряда по 24 столбика в каждом ряду. Вяжем. Итак, 4 ряда по 24 столбика провязали. Следующий ряд расширяем до 30. 2, 3 и 2 столбика из одной петли. Снова 1, 2, 3 по одному из каждой петли. И снова 2 столбика из одной петли. Опять 1, 2, 3 по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли. Вяжем до конца ряда, получим 30 столбиков в этом ряду. И провяжем еще 8 рядов по 30 столбиков в каждом ряду. Вяжем. Итак, вот 8 рядов по 30 столбиков я провязала. Теперь мы будем расширять. Вяжем по 2 столбика один раз, еще раз, третий раз, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. 12 раз мы вяжем по 2 столбика из каждой петли. Дальше вяжем по 1 столбику из каждой петли до конца ряда. Мы получим 42 столбика в этом ряду. И дальше вяжем по 42 столбика в каждом ряду. И дальше вяжем по 42 столбика в каждом ряду.
10 рядов. Я провязала вот 10 рядов по 42 столбика в каждом ряду. Вот такая вот деталь получается. И теперь, итак, следующий ряд. Теперь вяжем по одному столбику из каждой петли 29 столбиков. 29 столбиков провязали. Теперь сделаем вот так 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Теперь отсчитаем сюда вперед 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков. Отсчитаем вот так сюда и в 13 столбик, в 13 петлю провяжем столбик. Вот так вот получится у нас. Провязали один столбик, ряд у нас окончен. Теперь следующий столбик, вот так, основание столбика мы провяжем двумя нитками вместе, красной и черной. При этом хвостик вот этот черный мы уберем внутрь, а красную оставим вот там снаружи. Наоборот, черной ниткой мы закроем столбик, красная пусть вот висит сзади. И мы продолжим вязать теперь черной ниткой по кругу. Снова вот эти 29 столбиков. Первый мы уже провязали. Это второй, третий, четвертый, пятый, 28, 29. Провяжем столбиками. И теперь здесь вот за вот эту воздушную цепочку из воздушных петель, за одну ниточку вот так за крайнюю, вяжем по одному столбику 30, 31, 32, 33, 34, 35. Это у нас будет 6 столбиков здесь провязанных. 35 и 36. Это вот тот столбик, вот этот первый или последний перед маркировочной ниткой, которую мы провязывали, когда зацепляли вот эту цепочку. Проложим маркер и продолжим вязать дальше. Теперь следующий ряд. Это у нас получилось здесь 36 столбиков. И теперь мы провяжем еще один ряд. 36 столбиков по одному из каждой петли. Провязали 36 столбиков. Теперь мы будем убавлять. Еще один ряд провязали. Теперь убавляем, вяжем 1, 2, 3, 4 по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика вяжем вместе. Снова 1, 2, 3, 4. И опять 2 столбика вяжем вместе. И так до конца ряда вяжем. Довязали ряд до конца. Следующий ряд продолжим убавлять. Вяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика вместе. Снова 1, 2, 3 по одному из каждой петли. И опять 1 и 2 провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. И так вот получили 24 столбика, довязав ряд до конца. И наполнили холофайбером. Холофайбером наполняем вот так вот хорошо, уплотняем внутри там. Вот тут вдоль вот так вот стеночек. И вот здесь вот вверху вот оставляем вот такую вот дырочку углубления. Здесь вот не надо его оставлять. Вот такая вот штучка получается, видите. Итак, продолжим убавлять. Вязать черной ниточкой. Красная пока у нас остается тут. Продолжаем, теперь вяжем один. Второй по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Снова 1 и 2 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика вяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали следующий ряд, мы убавляем, уже 1 столбик оставляем, провязываем из одной петли и 2 столбика провязываем вместе.
1 столбик из одной петли, 2 столбика провязываем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали следующий ряд. Будем убавлять уже парами. Вяжем все время по 2 столбика вместе. 1 и 2 вместе. Снова 1 и 2 вместе. И так до конца ряда. Провязали, и следующий ряд все столбики провяжем пучком на одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Соберем одной петлей, закроем, отрежем ниточку и спрячем нитку внутрь. Маркер выдернем только вот до этого места, до красной точки. Он нам еще будет нужен. А вот эту вот часть мы теперь вот так вот углубляем в ту ямку. Вот. И можем еще вот так поправить холофайбер внутри там. Вот так вот сделать. Сейчас нужно взять красную нитку. Черную мы уже оставляем, а красную продолжим вязать. Маркер пусть будет тут. И мы вот так теперь начнем отсюда вязать. Провяжем вот здесь вот 6 столбиков по одному из каждой петли. 6. Тут у нас был немножко лишний тот, что ушел назад. Поэтому мы вот здесь вот не будем довязывать, можем пропустить. Теперь здесь вот провязанный столбик, это тоже провязанный, вот первый не провязанный. Но чтобы тут не было дырочки, мы можем вот так вот сделать. Один, второй, как бы их не считаем, чтобы закрыть просто дырочку. А вот сюда вот в петлю, которая не провязана, это вот будет считаться один столбик. Вот мы его провяжем одной петлей. Дальше вяжем опять вот так. Один, два. В общем, здесь 12 столбиков, их провязываем по одному из каждой петли, те, что мы оставляли. 12 и 6 по кругу, 6 тут, здесь 12, всего по кругу у нас 18 столбиков. Здесь в этом ряду вот должно получиться. Здесь вот тоже, чтобы дырочки не было, можно зацепить. Проложим маркер сюда. И уже вот в первую петлю как бы продолжаем вязать первый столбик. Один, опять два, три, четыре. Второй ряд вот вяжем снова 18 столбиков по кругу. И теперь также продолжаем вязать по одному столбику из каждой петли. Провяжем, давайте, 4 ряда, чтобы было всего, вот мы сейчас 2 провязали, еще 2 ряда провяжем по одному из каждой петли, 18 столбиков вяжем. Итак, 4 ряда по 18 столбиков вот в каждом ряду провязаны. Теперь нужно из первой петли провязать 2 столбика, 1, 2. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли 6 столбиков, 5 вернее, 1, 2, 3, 4, 5, давайте 6 столбиков провязали. Дальше снова 2 столбика по одному из каждой петли, 1, 2. Теперь вяжем снова 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. Снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Провязали. Следующие 4 ряда вяжем по одному столбику. Провязали, получили 21 столбик в этом ряду. И вяжем еще 6 рядов по 21 столбику в каждом ряду. Вяжем
Провязали 6 рядов по 21 столбику в каждом ряду. И теперь вяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 по одному из каждой петли и снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше вяжем опять 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли и из шестой вяжем снова 2 столбика. 1, 2. Дальше вяжем по одному столбику до конца ряда. Провязали, получили 24 столбика в этом ряду. И вяжем снова 6 рядов по 24 столбика в каждом ряду. Итак, вот я провязала еще 6 рядов по 24 столбика в каждом ряду. И сейчас нужно вот так провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провяжем по одному из каждой петли. Теперь заменим ниточку на розовую. Для этого провяжем следующий столбик двумя нитками вместе основание столбика, розовую внутрь кончик и красную тоже убираем внутрь. Их можно отрезать. Дальше закроем розовой ниткой основание столбика и провяжем ряд до конца. Один ряд провяжем розовой ниткой по одному столбику из каждой петли. Вот мы провязали до маркера и дальше продолжим вязать еще вот так сюда до розовой нитки. Закончим ряд вот так, чтобы был розовой ниткой, и перенесем маркер уже в эту точку тоже. Вот провязали и поставим сюда маркер. Это будет теперь началом ряда. Так будет удобнее. Теперь дальше продолжим. Вяжем вот так. 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли. Дальше вяжем 1, 2, 3 вместе. Дальше вяжем опять 1, 2, 3, 4, 5 столбиков по одному из каждой петли. И снова 3 столбика. 1, 2, 3 провяжем вместе. Снова вяжем 1, 2, 3. 4, 5 по одному из каждой петли и снова 1, 2, 3 столбика вместе и 1 столбик из одной петли, ряд окончен. Следующий ряд вяжем теперь 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли, дальше вяжем 1, 2, 3 столбика вместе. Снова вяжем 3 по одному из каждой петли. 1, 2, 3. Опять 3 столбика вместе. 1, 2, 3. Снова 3 столбика по одному из каждой петли. 1, 2, 3. И опять 3 столбика вместе. 1, 2, 3. Ряд закончен.
провязали 3 столбика вместе, захватив следующий ряд одну петлю, и наполняем холофайбером плотненько вот этот вот нос, эту часть фигуры. Итак, дальше продолжим теперь вязать. Для этого провяжем сейчас вот так один столбик из одной петли, и дальше 1, 2, 3 столбика провяжем вместе. Снова провяжем один столбик из одной петли и опять 1, 2, 3 провяжем вместе. Опять провяжем один столбик из одной петли и снова 3 столбика, 1, 2 и 3 провяжем вместе. Провязали. Теперь все столбики собираем пучком, по одному из каждой петли вытягиваем и закрываем все одной петлей. Провязали, закрыли. Спрятали кончик внутрь. Маркер можно убрать. Получили вот такой вот треугольник. Это у него такой нос. Теперь возьмем опять розовую нитку и провяжем сначала вот так, закрепим отсюда. Вот так давайте закрепим ниточку. Здесь перейдем еще один шаг. Вот нитку закрепили. Теперь делаем еще один шаг вот так сюда. С этой петли в следующую, но вот сюда на розовую переходим еще разочек вот так наискосок. И теперь вот по розовым столбикам провязываем. Нет, не затягиваем туго, провязываем вот так вот столбики, проходим поверху. Вот так провязываем ряд. Тут получится 24 столбика, сейчас надо провязать. И вот эту последнюю, первую, что мы крепили нитку, провязываем как последний столбик, вот так. И он будет такой переходный. Здесь затянем ниточку эту тоже внутрь, чтобы она у нас тут не выглядывала, не висела, вернее. Так, провязали. И дальше продолжим вязать снова. Еще один ряд по одному столбику из каждой петли. Уже в эти же петли провязываем. Провязали этот ряд до конца. Вот подходим к концу. Последнюю петлю провяжем полустолбиком. Снова зацепимся вот тут вот где-то чуть-чуть ниже, чтобы подтянуть его сюда. Закрепим. Вот так. И отрежем ниточку. Спрячем внутрь кончик. Вот так вот. Вся она направляется туда, но вот у нее такой вот объем получается в этой линии. И благодаря этому носик такой более выделенный, более объемный. Нужно взять красную нитку и вот тут вот по контуру, вот как бы вот этих углов, вот у нас угол сверху и углы вот тут 3. Вот так вот по линии с этой стороны и по линии с этой стороны, вот от этого угла и вот к этой точке, нужно вот так провязать нам ряд. Начнем вязать ряд вот с этого угла, вот как бы вот тут закрепимся. Это мы так немножко выделим вот как бы вот эту нижнюю плоскость, чтобы как бы вот эта верхняя губа немножко была более ровной. Нитку закрепили и вот так вот теперь по прямой вяжем столбики. Стараемся соблюдать вот прямую линию, идущую вот сюда, вот в этот угол.
ровно по рядочкам не идем, потому что ряды перекрученные. Мы идем просто как бы по прямой линии. Ее можно наметать наметочной ниткой, можно нарисовать карандашом простым и по ней набирать петли. Можно просто вот как бы на глаз, если у вас это получается. Вот такая вот, видите, прямая должна вот так очертить у нас край, вот этот выступающий. Вот тут провяжем вот так вот, на черное не будем заходить, а вот так вот с краешку где-то вот так пройдем по боку. И переходим вот так сюда. Будем двигаться по краю, вот тут вот на границе черных и красных столбиков, захватывая вот так основание красного столбика. Продолжаем вот так вязать.